Привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сейчас я хочу подарить Татьяне, тут у меня годовой запас спонжей UBU, вы можете их найти на сайте Ермак, я оставлю ссылочку внизу. И вот давай я тебе тут подарю несколько штучек в память о сегодняшнем нашем видео. Кстати, кто будет еще у меня сниматься на видео, я тоже обязательно... Задарю вам спонжи UBU, они увеличиваются так же, как Beauty Blender, примерно в полтора раза. Вот, и когда высыхают, снова возвращаются в прежнюю форму. Ты их как следует потестируешь, потом скажешь, сколько... А сегодня у нас, девочки, у нас сегодня разбор коллекции бижутерии. Вот, поехали. Ой, так, с чего начать? Все, поехали. Так, подожди, а фокус-то у нас где? На лежачих. Так, значит, это вот такая моя небольшая кубинская коллекция. В ноябре 2012 года я 2 недели провела на Кубе. Ну и, соответственно, на всевозможных блошиных рынках и рынках сувениров покупала интересные вещи, на которые у меня упал взгляд. Вот эти длинные из арбузных косточек, они, по-моему, продавались по 5-6 штук в связке за $1. И тут их много. Да, и тут их много. Я их просто привозила на всякие всевозможные подарки, сувениры раздаривала подружкам. Это арбузные косточки, там у них фасолинки идут какие-то, вот тут местные семена и так далее. А вот такие вещи, это, по-моему, гнутая медная проволока, покрытая лаком. Угу. Вот. Ну и вот всевозможные штучки, вот фасоли, это фасоли, орехов и косточки арбуза, это тоже местные семена. Особенность кубинских украшений то, что у них там ничего нету, поэтому они делают вот такие вот завязочки, застежечки, у них нету с фурнитурой, большая проблема с фурнитурой. Они делают вот Китай такие далеко. Китай к ним не водит же, эмбарго. Угу. Вот, поэтому у них вот выкручивается как могут. Вот эту веревочку я уже меняла, потому что она у меня... Приказала долго жить. Да, она порвалась. А вот все остальное, вот видно, как они это делают. Вот это еще покажу. Да, это ракушка. Такого типа еще есть какая-то вот такая шпиль, волосы закалывать. Не-не-не, ближе ее сюда не вывалилась. Вот такая вот. Это ракушки. То есть, ну, соответственно, вот то, из чего делают украшения на Кубе, из подручных материалов. Это то, что я привезла с Арабских Эмиратов. Сразу видно арабский стиль. Дорого, богато, стразы, камни и так далее. Да, мы искали вчера для лука серьги к белому платью. Вот эти очень-очень красиво так легли на стиль, прям вообще идеально. То есть, допустим, белое платье, такие серьги, и больше ничего не надо. Но в Арабских Эмиратах, насколько я знаю, на этом не заканчивается. Там начинается еще. Но мы просто посмотрели образ, все остальное это было перегрузом. Мы там добавили украшения еще только... с голубыми браслетами. Да. Нет, сейчас мы не будем их показывать. Mm-hmm. Эмираты. На Эмиратах мы все уже. Так, это еще одна небольшая подборка бус. Это то, что я люблю. Натуральные материалы. Это натуральные камни, натуральные ракушки, дерево, лунный камень. Это вот грецкий орех с пилы. Тоже вот кораллы. Это хендмейд собирала мне подружка, полимерная глина. Ну и такие оригинальные бусы из глянца, которые у меня 10, но которых я тоже очень люблю. Поехали, громче только говори. Так, а это все то, что я покупала на маленьких рынках у нас, у китайцев или в маленьких магазинчиках. То есть абсолютно не брендовые вещи. Кулончики, браслетики, бусики. Как видно, вот голубой — это моя любимая тема. Ну, тут же, естественно, присутствует и эмаль, и ракушки, и камни. То есть все то, что я люблю. Так, а это все то, что предлагали по каталогам в свое время сетевые косметики. Это Avon, это Oriflame, это Yves Rocher присылала в подарочек. Ну, это тоже что-то вот в этой серии покупалось и лежит теперь, используется. Это тоже. И что ты из этих больше всего любишь? Мне вот это нравится, крайняя справа. Ну, вот это не знаю, вот это я использую. Она такая очень съемочная, но оно все красиво смотрится. Это я использую, когда есть стиль Шанель, то есть у меня есть пиджачок в стиле Шанель, платье классическое, очень выигрышно. Это вот такие более вечерние варианты, когда надо вот там. Вот немножко хендмейда, то, что собиралась сама. Это булавочки, это такой детский наборчик для творчества, бисер, ну и так далее. Так, ну это все, что осталось. Браслет это я делала сама в технике папье-маше.
дерево, потому что я люблю натуральные материалы. Эту штуку мне задарила подружка, она у меня такая немножко в стиле хард-рок, когда я ношу кожу еще чего-нибудь. В эту вещь я просто влюбилась, она такая античная, тоже по настроению идет. Браслеты — это остатки былой роскоши, покупала в Москве где-то в аэропорту, по-моему, или в каком-то этом. Дарила кубинцам, обменивала на местные украшения, просто вот девчонкам дарила кучу браслетиков, им приятно, мне... Тоже. Мне тоже, да. Сережки мне подружку подарила, огромные большие кольца а-ля цыганские. Вот тут маленькая брошечки от Глории Джинс лежат, не знаю почему, лежат. И вот такая тоже штука, то ли цепочка, то ли браслет. По настроению может использоваться как колье, может использоваться как браслет, ну, вот так. One, two, three, four. I see you tap your feet, you're on the city beat. You're really looking slick, I think your shoes are sick.